ветер сегодня какой-то нехороший в деревьях. Слышите, как шумит сильно? И тает сегодня меньше. Вчера было плюс 15. Тут вообще вода стояла. Страшная. Ручей такой широкий был. А сегодня ветер только такой шумит сильный. Сейчас я схожу, посмотрю, что у меня тут в огороде делается. Ой. Сапоги свои блатные обои. Все тает. Первый раз я сегодня сюда вот вышла. Ветрище. Каждую весну одно и то же. Низина здесь такая страшная. И вся вода вот с полей, вот с этих, с этого края. Вся в огороде у меня. Но ничего, скоро снег растает. Чесночок мой вон уже. Вот этот с краю, грядка с чесноком зимним. Да, раньше у меня осенью вон там лук-батун был, уже бы сейчас сходить начал бы. Но я его в другое место перенесла, и он там весь снегом засыпанный. Вышла немножко прогуляться сегодня. Вообще за зиму не снимала видео о прогулках. Так, мне нужно сейчас дорожку кругом протоптать, посмотреть, в общем. Мы зимой ходили, походили отсюда. Видите, у нас тут то водой залито, то снегом все тут-то засыпано. Летом вот там ходить у соседей очень много собак. Всю дорогу брешут, кидаются. Это ж нехорошо. Мы ходим вот здесь. Кругом. Да, точно, ворона. Кругом. Я иду посмотреть. Наверное, сын опять сегодня по огороду пошел. Так скользко. Вообще, это мой первый ролик на этом канале. Так что подписывайтесь. А как скользко. Дальше, вот хорошо, когда трава. Дальше будет вообще грязище, как вон там. Я даже в деревню туда не выходила. Это все поля. Раньше все обрабатывалось, засеялось пшеницей. Сейчас все забросили. Этот угол наш. В луже покупаться, как раньше. Ведро воды. Когда начали вот здесь дальше садить, мы их не полили, торопились, и ни одна не выросла. А еще тут их потом коровы, которые остатки были. Коровы кончили. И техника. Здесь технику ставили. Поля обрабатывались. И вот сюда загоняли технику. И вот проезжали здесь по этим елочкам, и все кокнули. Говори, не говори. Людям наплевать на все всегда. Лишь свой интерес. Ой, как бы тут мне не свалиться. Ой. Скользко. Это же здесь уже поляна растаяла. Муж чистил каждый раз. Все отгреб. Вчера прям тепло было, так хорошо. Сегодня холодновато. Ладно, подписывайтесь.
Тут уже какие-то у меня собаки побегали или зайцы. Прям следы какие-то интересные. Зимой зайцы бегали вот так кругом. Работы много будет. Здесь палисадники у меня в цветочках. Ладно. Подписывайтесь. Всем спасибо, что вы заходите ко мне. Потом покажу вон там. Птицу встретила. Прям высоко на дереве. Покажу ролик. Короткий. Как мы ее ходили, ловили. Недавно совсем, на той неделе. Снега здесь куча была по колено. Так быстро снег сошел. И я туда с сыном ходили. Эту курицу ловили, которая вон там. От верха березы, наверное, было 2 метра. И она там сидела, черная такая. Подумали, что это жена глухаря. Но оказалось, это не жена глухаря, курица какая-то. Но почему-то она летала. Так никто ее и не поймал. Ладно, всем пока-пока. Подписывайтесь. Встретимся.